Так, ребята, всем привет. Приехали сегодня с Антохой на рыбалку. Говори всем привет. Всем привет. Сейчас, ребята, хочу вы много очень просьб таких в комментариях показать технику заброса кастинговой сети. Сейчас у меня с собой вот маленькая сеточка. Поснимай меня, Антох. Давай. У меня с собой вот маленькая сеточка кастинговая, 4,5 метра, если не ошибаюсь. Ячейка 30 миллиметров из капрона. Если что, ссылки на кастинговые сети оставлю, где можно приобрести. Сейчас я покажу, как я набираю кастинговую сеть. То есть надо, чтобы она у нас была перебратая вся, естественно. Набираем шнур. Шнур тут не принципиально, как набирать. Каждый набирает по-своему. У меня он высохший, вообще как попало ложится. Самое главное, не в шнуре. Вся она у нас растянулась. Берем горловинку. Вот так вот. Делаем первое колечко маленькое. Делаем второе колечко побольше, чтобы они не запутывались. И вот так вот в районе пояса где-то берем. Делаем третье кольцо. Теперь набираю где-то одну третью. Может, чуть побольше. Запуталось что-то у меня там. Сетку обязательно надо распутать. Это самое главное. Набираю чуть-чуть меньше половины. Эту часть забрасываю на плечо. Эту беру в руку. И поводок ближний к себе беру в руку. Теперь мне нужно будет вот так вот сеть бросать. И вот этой вот рукой как бы давать натяжку сети. Сейчас попробую. Один раз покажу вам, как это делается. На практике, не знаю, раскроется сеть. Сам уже год не кидал ее, но надо начинать пробовать. Приехали мы на секретную, скажем так, трубу, которая уже не секретная. Сейчас попробуем кинуть. Карасики здесь плавают, должны что-нибудь поймать. Потихонечку сейчас подойдем, чтобы не спугнуть их. Посмотрим, что удастся нам поймать. Карасики вон аж выпрыгивают некоторые с трубы. Пробуем, делаем заброс. О, неплохо легла. Все, опустилась наша сеточка. Собираем. Да, думал я, что побольше будет. Но тоже неплохой улов. Получается где-то с десяток карасей. Ну вот примерно вот такая, да, вот. Побольше десятка. Побольше десятка. Ну пойдем в ванну высып. С полведерка-то минимум есть. Думал я, что поудачнее будет. Но пол ведра карасей тоже результат. Вообще приехали мы порыбачить на подъемнике. Просто хотел вам показать технику заброса кастинговой сетки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. 16 карасиков, ребят. В общем, сетку ни у кого ничего при мне не получилось первый раз кинуть с первого раза. Если приобрели, то кидайте, я думаю, у вас получится. Будете ловить еще больше, чем я. Ну и все, всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал, дальше будет интереснее. Всем пока!